Снизу вообще ничего нет, поэтому нам в любом случае нужно куда-то вниз спускаться и желательно ему на голову. Вот так хорошо, вот. Хорошо, ребята, хорошо. Эх, эх. Ну. Назад, назад, топим. Да ну. Что ж такое, мы только... Да. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Detol, это Drive & Hit. Всем привет, и мы сегодня продолжим прохождение этой увлекательной игры, где мы сражаемся против машинок. Да, ребята, у нас задание, и как вы помните, мы не допрошли всего одно в нашей вот этой секции, да, как она называется-то у нас? Я не знаю, может, уровень назовем. Ну да, это какой-то уровень, да, но мы только его один и проходим же, получается, да? Не, ну все остальные откроются только после того, как мы... Пройдем этот! Все верно! И мы поехали! Ой, слушай, у нас же здесь еще так много всего. Или мы так, прошли? Подожди, нет, это прошли, дело. Мы ключик, видишь, заработали. 13-е, а где... А, слушай, мы в одном месте где-то ключик не заработали. Знаешь, вот здесь, назад. Вот, да, вот здесь мы, Давид и Голиаф, помнишь? Не заработали, мне кажется, нет, мы прошли. Нет, мы не прошли, мы не заработали ключик, 100%. Мы все остальное прошли, а здесь не заработали? Да, так и есть. Ну, ребят, у нас Давид и Голиаф, поехали. Смотрим. Так. А, у нас здесь маленькие машинки, точно. Оба-на! Улетели. Красиво. Улетели. Слушай, ну здесь будет нелегко. Улетели. Будем из мором брать, что делать? Да, только сейчас должно что-то произойти, скорее Опа. Всего. Давай. Ай! Да ну тебя, да, как обидно. Как а? Же так, а ну легкая она очень. Да, очень легкая машинка наша. Танк, ай-яй-яй, дуло танка. Да, ребята, здесь, конечно, что поделаешь. Я думал, ничего не поделаешь. Я думал, танк... Попытались вы. Вот на этой. Да, ребята! Синему очко, и нам нужно продолжать дальше бороться. Слушай, вот эта машинка на самом деле у нас прикольная, потому что. Оп! Опа! О! Синему очко, ребята! Мы вышли! Пока что ничью! Ой, вот здесь надо аккуратно. Опа! Да ладно! Ничего себе! Это было жестко! Что-то как-то очень жестко. Не дадим больше. Опять так? Да что ж такое, а? Очень мы маленькие, юрки. Вот так этот вот. Сам Но мы полетит. Здесь будем стоять, ты там, мужичок, поезди пока. Слушай, а здесь, наверное, будет снизу потом идти... А, интересно. Здесь, наверное, только сверху будут идти режущие вот эти вот... Конечно. А тут чуть-чуть нажмешь, он начинает сразу двигаться, ты представляешь? Да, он тоже раскачивается, под нас подстраивается. А снизу ничего нету, да? А снизу вообще ничего нет, поэтому нам в любом случае нужно куда-то вниз спускаться и желательно ему на голову. Вот так хорошо, вот! Хорошо, ребята, хорошо! У нас 3-4, мы стараемся изо всех сил, и здесь тоже самая ситуация, только машинка у нас чуть-чуть другая, и мы так не сможем, мы разобьемся. Да, вот там у нас машинка была почетче, слушай, но нужно как-то перепрыгивать, мне кажется. Может быть, вперед лучше поехать, а то да, там мы точно давай пробуем вперед, и опять сюда вот, опа! Ой-яй-яй-яй-яй, красный победил, ребята, старались как могли, но очень тяжело баланс держать. У нас... Ой! Бам! Да что ж такое, новая игра, и сразу провал. Я вот эту маленькую машинку не люблю, она юркая такая. Ну, они все, на самом деле, очень такие неудобные. Ой, видишь, разгоны не взяли, и все, она не заезжает больше. Ну, понятное так, дело. Так, ребята. Вот здесь так и вообще, я даже не знаю. Эх, хотел запрыгнуть на него, но видишь как. Эх. Ну. Оп. Назад, топим. Да ну. Что ж такое, мы только... Да. Ребята, как у нас получилось, прям вот это многоуровневое. Столько стараний было. Вот раз, улетели. Опа. Раз. Улетели, почти разбились. Опа. Не даем себя забрать, не даем себя. Слушай, поймать. А он тоже так раскачался неплохо. И смотри, прям бодро уже залетает. Ну и ладно, сюда. Ну и пусть залетает. Ай. Да ладно, что это было? Она стала на носик и понятно. Перестала ехать. Понятно. Оу. Да. Ты смотри, он здесь выдавил я прям. Я не знаю, как нужно было проходить. Так, а вот этот наша любимая. Так, тогда сейчас подожди. Подожди. Здесь как-то вот так вот можно было сделать. И запрыгнуть ему прямо на этот. Опа! О, привет, дружище! Так тебе и нужно. Но правда у нас один проигрыш отделяет...
Ой, да как же так? Практически на него залетели, и все, ребята. Чутка нам не хватило, еще раз начинаем. Да, Давид и Голиаф, конечно, у нас серьезная такая вещь. Но я понимаю, нам нужен этот ключик. Обязательно нужен, а что делать? Что же нам делать? У нас следующий уровень не откроется. О, как держи, 1-1, растаманчи. 1-1-1-1. Ой-ой-ой, а здесь-то что делать? О, вот так, даже ой-ой-ой, не уехал, даже не успели даже проскочить. Не успели проскочить, а как же здесь-то сразиться? Так. Опа. Может, он сам там убьется? Мне нужно было здесь напрыгивать на него. Смотри, сейчас. Напрыгивать? Опа, вот когда он так грамотно подрассчитать. Ну, конечно, не так, но практически. А он нас не может задавить, понимаешь? Я понимаю, что он нас не может задавить, но нам нужно как-то подрассчитать все красиво. И даже не знаю, как подрассчитать. Просто там вот эта вот штучка, которая... Эх! Вот так, практически, Опа! Уезжай, уезжай, к лезвию уезжай! Нет! Давай! Нет, задавил, ребята, задавил нас! Мощностью своей взял! И мы уедем от тебя! И сейчас нужно маневр сделать, вот такой вот! Оу! Четко! 2-3, ребята, мы постараемся победить! Подпрыгнуть ему на голову. Ай, не хватает этой коляски, что ж такая коляска за неудобная. Ай-яй-яй. Так. Слушай, она даже не прыгает. Она даже не хочет залазить, да? Слушай, ну мы так с ним можем провозиться очень долго. Слушай, а что она прилипает к стенке? Я не знаю, что она прилипает к стенке. У нее колесики прыгают. О! Зачем он это сделал? Эй, дружище, нет. Давай ты отъезжай лучше. Ах! Ребята. Ну? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Раз. Все равно нас победил. Да, ребята, очень сложное. Почему такое сложное испытание? Кто его придумал вообще? Как его разбей голову. Да тут, чтобы разбить голову, нужно так изловчиться. Ой-ой, мне кажется, мы сюда зря пойдем. А нет, не зря. Не зря. О! Он ящиком разбил. Сам себя уничтожил. 1-0 пока что, ребят. Ой, вот это плохо. Вот здесь это нужно плохо. Сразу ускоряться. Он на мини... Ой, ты ребят, нам пока везет. Надо бы под... О, а здесь там вообще что-то... Да ладно! Да ну тебя! 3-0! Как так. Бы не сглазить и... Что-нибудь типичное... Ай-я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 й! Шина летела ему прям в голову. Да? Да. Ну ладно. Что-то вот здесь не очень хорошее происходит. Раз, там. Ай-яй-яй, здесь, ну здесь без вариантов вообще просто. Без, ребят, вариантов, согласен. Без вариантов. Вот здесь вот еще может быть что-то получиться. Ну тоже. Опа! Ой-о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 й-
Так, подожди. О. Там ракета, смотри аккуратнее. Ай! Именно она. Так, ребята, 4. Я даже не знаю, что делать. Я думаю, нужно вот этого хорошо. 4-4, ребята, одна победа. Хоть бы неплохой уровень, хоть бы Одна победа. В принципе, тачка у нас хорошая, я тебе так могу сказать. Так, давай подождем. Давай. Опа. Да ладно! Ребята! Испытание пройдено. Это мега эпично. Мы заработали новый ключ. Отлично. Открыли новый этап. Подожди. Разве открыли? Смотри, у нас здесь хардкор. Да. А, мы сложный уровень открыли, да? Теперь еще надо в невозможно победить его. Подожди, а как мне в следующий перейти? Можно 100%. Сколько ключей нужно? А, слушай. Вот всего 5 ключей надо, чтобы следующий получить. Мы что делали-то? Вот, все, 5 ключиков сейчас. У нас-то их 14. Отлично, а мы вот на 14 прошли. Так, подожди, куда пойдем? Вот сюда вот, где шестеренки или где динозавры? Я думаю, где динозавры, это круто, динозавры все-таки. Вы, ребята, вот мы хорошо. Молодцы, конечно, а? Но слушай, зато... давай пока что выиграем, постараемся, может, новые машинки какие-нибудь у нас есть все-таки. Да, да, конечно. Выбьем призы, ребята, у нас денежки есть. Так, а здесь можно вот так пошерудить. Так. И нам выпадает... И 250 берем, и выпадает не золотой, а серебряный. Да. Новая тачка, смотри какая. Аэросани у нас какие-то. Неплохо, у нас 835 машин. Чудненько, давай еще одну откроем. Так, давай прям... пошерудим здесь, вот так вот доведем шороху. И оп,
250? О, золото! Да, да нет! Ну... О, новая коляска! Тележка. Ну что ж такая, а? Что ж такая невезуха? Ну что ж, ребята, с вами была команда Detol. Я думаю, что в следующей части уже начнем новую локацию, а вы обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, и чем больше лайков, тем больше серий по этой игре. Всем спасибо, ребята! Пока! Пока!